Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Так-с, давай все это заберем. Сразу, наверное, займемся зачисткой. Так, и думаем, что нам прокачать. Я, наверное... Ага, конечно, арбалет. Понял, здесь тоже нельзя. Улучшаем. Улучшаем, так. Откроется новое. Ну, я не знаю, а когда это все откроется? И откроется ли вообще? Создавайте копии нужных вам воинов. Удивите защитников деревни внезапной армией скелетов. Да. А здесь можно улучшить? Чё так жидко-то? Ну, неужели? Два дня, друзья мои, два дня здесь будет улучшаться. Получает понижение. Все, сдулись, блин. Чего дает? Можете дать старейшину Глебу, Глебу дать старейшину. Может быть, ребята, вообще закончим снимать ролики по этой игре. Она, ну как сказать, она не требует столько времени. Ребят, заходишь раз, блин, в три, в два дня. Вот, пишите в комментариях. Если да, то я просто распускаю клан, либо перехожу в другой, либо вообще просто перестаем в нее играть. И все. Так что в комментариях, ребят, пишем. Я уже сделаю определенные выводы. Если не будем ее снимать, все, сразу закрываем тогда. Если будем, но, сами понимаете, ролики будут выходить очень редко по ней. Так, ну что у нас в бой? Мы, в принципе, можем с тобой пойти сейчас повоевать немножечко. Самую малость. Так, тут вообще мало каких-то наград. У нас 73 тысячи. Это, ну, вот здесь круто, но... А я здесь не потяну, не справлюсь. И здесь я, скорее всего, не справлюсь. Ну, блин, тут мало наград дают. Ну, тут еще по-божески. Но мало манны. Давай здесь тогда, наверное, попробуем пошуршать. Дестрой, дестрой. Так. Это ускорение, насколько я помню. Давай сюда поставим и сюда. И ярость еще. Заклепаем. Ну да, тут походу, что просто все разберем. Великолепно. Три звезды. Разбомбили, одолели, справились. Так, еще и новые достижения получил. Так. В лиге в серебряной, да? Это ход атаки. Так, здесь забираем.
Даже тут. Ну, ничего. Ничего полезного, да? Кто-то боксер уже у нас тут присутствует. Так, ну что у меня по армии? Так, изготовить. Как всегда, приготавливаем. Что тут? Подожди, это у нас... Ну да, это для прыжка. Возьмем ярость, скорость, хилку, заморозку, землетрясение, молнию. А это что у нас? Я забыл. Ядовитые заклинания? Какая-то ересь, если честно. Ядовитые заклинания это... Лучше сделать тогда молнии. Так, и по армии. Да почему ты стену постоянно выбираешь? Да тут можно на одних этих проходить. Правда, тогда я тоже помню, на одних этих мне не получилось. Там вышли летающие, и мы против летающих ничего сделать не смогли. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас там по армии получается. Ну, я думаю, что можно это одолеть. Но награды-то какие, господи. Ничтожные. Тут так мощно, смотри. Тут есть... Ох, жаровня, нафиг, нафиг. Можно было бы, наверное, здесь. У него такая, типа, укреп зона. Хорошая, да? Ну да. Так, давай посмотрим, что мне тогда... Нет, ну это мало. Оно не окупит себя вообще никак. Здесь тем более. Вот здесь вот много всего. Фига там у него пушки. Пушки, баллисты. Нет, сюда еще не дорос нападать. Во, вообще халява, ребят. Как думаешь, потянем? Я думаю, в принципе, должны. Куда бы тут прикрепить? Давай сюда. Подожди, я что не... А, вот так вот сделаем. Пускай оно ухиляет. Заморозит эту фигню, блин. Кто там бегает, как бешеный. Подожди, я что-то не понял. Это все, что у меня осталось? А можно вопрос? А как так получилось? Кто всех драконов моих завалил, блин? Вот этого я не понял. У него башня магов, я вижу. А, вот это еще. Неужели она? Да не могла она так. Ну вот, этот вот дебилизм меня просто всегда убивал, ребят. Че угодно будет бомбить, только не то, что нужно. Или у него тут бомбами все было засыпано. Че, от армии ничего не осталось. Там лучница еще вон подтянулась. Все.
все, что я успел, ребят, натырить. Одной звезды буквально не хватило. Одной звезды буквально не хватило. Так. Что, улучшаем? Да, эту фиговину долго будем улучшать. Или у меня просто так мало очков, я фиг его знает. Так, здесь-то у нас что? Денег мало. Мало всего вообще здесь. Давай что-нибудь поищем, найдем, не найдем, я не знаю. Так. Да, у него тут две пушки. Шарики, шарики начали. Так, одна звезда есть. Две звезды даже есть. Ну, две звезды, ребят, это уже нормально. Интересно, успеет? Да не успеет он, ребят. Не успел, его разбомбили. Но две звезды, тем не менее, получил. Хорошо. Так, что у нас тут? Награду одну. Хранилище не может вместить все награды. Где твое налево это хранилище-то? Я никак не могу понять. Где это хранилище? Просто что-то не могу никак догнать. В мое хранилище переполнено. И что? Переполнено, понимаешь ли, хранилище, блин. Усилить героев. Есть, есть. Ускорить армию. Давай ускорим армию и усилим героев. Фиг с ним. Погнал. Сейчас бам-бам-бабах, и все, ребят. Всех сразу, это фиговина, блин. Но есть, хотя бы две звезды, друзья мои, хотя бы две звезды. Это уже неплохо. Ну, вот теперь я могу забрать? Так, какого? Хранилище заполнено. Хранилище волшебных предметов не может вмещать. Какое, блин, хранилище волшебных предметов? Чё-то я вообще, ребят, не догоняю. Где это хранилище волшебных предметов? Это фабрика заклинаний. Плавильня. Повозка с добычей. Сокровищница. Пустая. Укрепить. Нет, не то.
Чё-то я не догоняю, блин, ребят. Ну вот серьезно говорю. Где это хранилище? Волшебных предметов. У нас предметы делаются только здесь, вот фабрика заклинаний. Ну, и чего? Совсем не вдупляю, если честно. Просто не вдупляю. Не могу взять награды и все. Ладно, давай еще, погнали. Насколько? У нас, наверное, две попытки будет, я так понимаю. На разборку. Хе, маленькая базонька. Маленькая базонька. Вот куда она пошла со своими этими? Давай, 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 мужик. Так, две звездочки есть. Чун-чун-чун-чун-чун. А что, одну ведьму все-таки уничтожили у меня? Ведьма, уходи оттуда. Да ладно, три звезды, что ли, получим. Ну, если где-нибудь не взорвемся раньше времени, да? На какой-нибудь бомбе, мини или еще что-нибудь. Так, мы еще сюда. А, у него нету второго прохода еще. Тогда все. Нет, есть, друзья мои. Вон он, открылся проход. Ох, ну нифига он тут обустроился-то. У него тут и жаровни, все дела. Че это там такое? Давай жаровню ты подбей. Но ровным счетом это ничего не даст, потому что он там, ребята, лучница у него, плюс. Ну да. Кто ее подбил? Лучницы, что ли? Я так и не понял. Не увидел, не доглядел. Ладно, три звезды и то. Хорошо, ребят. Хорошо, но мало. Я думаю, может быть, варваров убрать с моей команды. Нормально все? Все пучком. Так, есть звездочка. Ну... Один остался, да? Как некрасиво, как нехорошо, ребят. Еще три, две пушки здесь. Две пушки плюс Тесла, блин. Эть. Ну ладно, две звезды. Фиг с ним. Спасибо за звездный бонус. Очень приятно, но нам надо дальше двигаться. Блин, варвары, нужны ли варвары? Вот сижу, голову ломаю. Или поставить дракончик одного. Или... Или фиг его знает, что еще тут сделать можно.
Тут баллиста, короче, сверху, которая бомбит. Она, конечно, бесявая очень. Слушай, две звезды. Да, стоит там, бомбит поворотом. Они, я так понимаю, все максимального уровня, да, сразу становятся? Эх, лучница, лучница сейчас подобьет викинга. А они куда? Так, тут у него пушка. Ну, конечно же, они же пойдут этот. Они же все уничтожают, что у них на пути тут встречается, да? Дурачье. Просто дурачье. В прямом смысле слова. Не чтобы бомбить то, что их атакует. Нет, зачем? Мы пойдем лучше туда. Я не понимаю, почему этих моих так быстро разносят. Ведьм. Я просто не понимаю. Да уничтожьте вы эту фиговину-то, блин, ну. Да, блин, какой-то горелый стал ворота, блин, бомбить. Не успел, ребят, я. Ну все, 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 все. Доигралась. Доигралась, дуреха. Можно взять-то бы. Может, великана взять? Ну, да, ну, великан. Ну, чё, великан? Тупой, как сибирский валенок. Нет, не хочу, ребят. Так, тут опять за свою тут жаровня, все дела. О, тут арбалет. Тут... Тут серьезная прокачка-то, друзья мои. Фига там. Да, тут, конечно, как-то вообще без вариантов. Жаровня, все дела, плюс прокачка там нехилая, блин. Если он до арбалета дошел, я не знаю, там какой уровень у него прокачки базы. Давай с этого начнем. Бомба что-то там была какая-то. Слушай, ну тут на 100% по ходу дела идем. Да, три звезды как раз. Ага, мы пошли еще. Дракончик раз, дракончик два.
Ну и тут на 100% получается выполнили. Даже на 200. Спасибо за звездный бонус. Очень хорошо, очень приятно. Так, закрыли здесь. Вот тут получил награду. Ну почему здесь-то не могу никак? Тренировочное зелье. Тренировочное зелье. Собирайте ресурсы, исследуйте и стройте в 10 раз быстрее в течение 30 минут. Так, ладно, у нас с тобой есть манна. Что мы можем за манну прокачать? Казарму? Нет. Это стоит лям. Это все за монеты. Заполнить хранилище не хочу. Так, часовая башня улучшить. Может, мне лучше этого улучшить? Так будет, наверное, поинтереснее. Слушай, а я что, не могу этих... По-моему, уже мог. Или еще приобрести мог я. Сейчас в любом случае уже не хватает монет. Так что, как ни крути, ничего не выйдет. Так, ну что, попробуем, ребят, наверное, и здесь добить. Ну, как бы денег... Давай здесь, наверное, попробуем разворотить гнездовье, так скажем. Под яростью, да, все это дело? Под яростью, под скоростью. Так, это если надо будет им перепрыгнуть, пускай перепрыгивает. Лучник такой из-под тяжка там стоит, бомбит по ним. Ну и все, последнее здание, 100%, ребят. Так, ну а больше у меня нету ничего. Тренировка войск. Так, ну прыгать обязательно надо брать, ребят, чтобы прыжок был. Даже можно два. Ну и ускорение, в принципе, тоже неплохо. Ну и ярость. Возьмем. Работяг у нас нету свободных, поэтому я здесь ничего сделать не смогу. Бесплатно сияющая руда. Так, сколько у меня? 5000, да? Продано. А это золото строителя, это туда, да, у нас идет. Зелье часовой башни. Так, звездное зелье строителя, это что? Если разбить эту хрупкую банку с зельем, то звездный бонус деревни станет доступен. С резким захватом улучшает воины заклинание осадной машины до максимального уровня. Слушай, ну эту штуку можно, в принципе, взять, она прикольная же. Зелье ресурсов. Так, оно может значительно увеличить эффективность вашего сборщика ресурсов на один день. Работает только в родной деревне. А зелье героев.
Так, это до максимально допустимого уровня прокачивается. Кольцо стены бы надо взять. А зелье компаньона? Так, содержит витамины для шелковистой и густой шерсти, ускоряет улучшение животных. Я не знаю, ребята, я животных еще ни разу не видел. Ну, если честно. Я, короче, все тут скуплю. Черный эликсир возьмем тоже. Так, звездная руда, сияющая, блестящая. За кристалл я здесь брать ничего не собираюсь. Так, работяг все равно нет у нас. Я могу себе позволить улучшить. Нет, ускорить не хочу. Исследование. Кого можно прокачать? Этих? Ну давай этих прокачаем. Мне бы, конечно, лучше электрических бы уже. Нужна лаборатория 8 уровня. Ценники, конечно. Куда они такие ценники-то берут? Ну, у нас будет немножко побольше армии теперь. Улучшат они эту... Этот сборщик, или как он там называется-то? Ну-ка, сейчас могу забрать? Что за хранилище волшебных предметов, блин? Вообще, ребят, не могу догнать. Так, а здесь в атаку какой армии пойдем? Своей старой? Да я думаю, наверное, пройдем и здесь. Мне кажется. Более вообще без проблем, да? По идее. Просто разнесли деревню гоблинов в трам-тарарым. Легче лёг. Единственное, что мы с тобой армию, конечно, потратили. Так а нафиг я сюда иду? Я что, пойду одними этими? Нет, я так не пойду, ребят. Смысла я не вижу. Двумя героями идти. Мне тут расколбасят моментально. Закончить сражение. Да, друзья, все. Вроде бы больше пока делать нечего. Смотри, что нам еще нужно приобрести для того, чтобы перейти на следующий уровень. Одну эту добычку. Но я не смогу давить ее сделать, потому что у меня нет работяг. 223 требует на улучшение. Так, и в этой деревне, по-моему... Работяга есть? Работяга один свободный у меня. Так, а что тут? Можно что-нибудь построить? Исцеляющая хижина. Военный лагерь. 2 миллиона. 2 миллиона, ребята, нам... Так поехали в бой сходим. Блин, а чё я... Здесь же деньги не зарабатывают, да? Или зарабатываются, я же не помню. Мне нужно 60 тысяч, друзья, где-то заработать. Просто несчастные 6 тысяч. Не больше, блин, не меньше.
Че-то я тут вообще фигню полную сделал, если честно. Вот он опять дурачка начинает врубать. Ну куда ты ходишь-то, ну? Ну одну звезду все-таки урвали, друзья мои. Вот жаровня, конечно, это пипец. 7500. 7500, ты серьезно? Применяю, ребят. Применяю звездный бонус. Нафиг. 21 час ждать. Сейчас мы с тобой тут сделаем все чин-чинарем, как говорится. Так. Пускай пока здесь шуршит. Ну куда ты пошел-то, ну? Ну давай звезду есть. Долго, кстати, летучие мыши тут бомбили. Но две звезды, все, третью мы вряд ли получим, потому что здесь вот эта херобора нас сейчас просто уничтожит. Как он долго по ней бомбит, а? Вот сейчас начнется. Сколько он тут выживет ударов? А, тут еще и пушка подключилась. Ну тогда все, до свидания. Рассыпался. Погнали дальше. Зачем мне 2 миллиона, чтобы построить? Чего-то там я решил влепить. А, новую казарму, да? Новую казарму. Поганая Тесла, а? Слушай, ну две звезды все-таки урвали мы с тобой. Куда вы пошли-то? Ой, бараны, а. Ну не идиоты ли, блин, а? И сейчас будут отсюда ломать стену, да? Само собой. Зато три звезды, да? Да. Чего они там не сломали-то еще? А, просто сюда переходят. Ну вот как вот тут быть? Долбанный дракон, а? Куда он переключился-то, но? Я чуть дурачок для этого. Понятно. Я его скинул для того, чтобы он уничтожил. Он развернулся вообще в другую. О, ребятушки. Давай в магазин.
Тьфу ты. 2 миллиона эликсира надо было. Да, 2 миллиона эликсира. Я что-то лопухнулся. Я думал, что нам... Ладно, будем, ребят, 2 миллиона эликсира добывать. Потому что если я поставлю хотя бы еще один этот, как он называется-то его? Как его назвать-то? Форт-порт, блин, короче. Так, звезда есть. Ведьма, 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 ведьма. Снесло ведьму, к сожалению. Недолго ведьма танцевала, да? Опять же, ребята, все из-за жаровни. Жаровня охрененно жарит. Блин, дайте мне еще 2 звездочки заработать и все. Офиг ли все-то? Это не все, ребят. Тынь-тынь-тынь-тынь. Сломай ворота, есть. Побежали. Разносим варвары здесь все. Да, блин, это шариковое дерьмо, блин, тут еще было, все, его больше нету, ребят. Да неужели они пушку сломали? Ой-ой-ой-ой-ой, как ты. Блин, не улучшится, ребят. Кто ее убил-то? Я что-то не понял. А, пушка, блин. Ой, ведьму убила пушка. Я думал, сейчас мы на летучках тут разыграемся. Разыгрался. Ну, пипец, еще не хватает сколько, а? Еще 400 тысяч, да где? Блин, где я возьму ему 400 тысяч? Заполнить? Заполни. Понятно. У нас еще и нехватка. Зато мы поняли, куда нам нужно деньги вкладывать. Да, все, ребят, пока больше здесь. Делать мне нечего. Недостаточно места в хранилище. Ну что ж, друзья мои, тогда на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.